Всем кукусики. В общем и целом, ребят, сегодня мы будем выживать с вами на Марсе. Начинаем наш первый день выживания. Я немножечко подготовился, сделал небольшой каркасик, перенес вот отсюда ящики. Сейчас покажу. Так, не то. Вот это вот. С помощью ломика мы сможем открыть, пока я электричество еще не подключал. Перенес все ящики, потому что здесь бывает бури. Это может все снести. Тем более у корабля есть прочность ХП. Вот видите, желтая полосочка. Когда оно закончится, то оно все исчезнет. Если вы ящики не заберете, а в ящиках находится... Так, где наш свет? Вот цвет. А в ящиках находится много чего интересного. То, что нам понадобится, то это все исчезнет. Так что на начальном этапе, когда будете... Если, конечно, вы будете играть в эту игру, то... Не забудьте спрятать все ящики куда-нибудь в укромное место. Так, что еще хотел показать? В самом начале, перед тем, как мы начнем. Вот... Где оно? Тут тоже есть желтая полоска ХП. Я не знаю, исчезнет ли у нас ли автолад или нет, после того, как оно все дойдет до конца. Если да, то лучше сделать себе еще один, как я это сделал. Вот все, автолад, на всякий пожарный. Потому что вы можете забыть, играя. Если он исчезнет, не факт, что можно его будет где-то здесь сделать. Ну, так что да, как-то так. Давайте, наверное, начнем. Будем строить сегодня здесь такую небольшую базу. Сразу будем добывать с вами кислород, воду. А в следующей серии я, наверное, подключу электричество. И рядышком где-то построю парницу. Или парник. Парница. Если такое слово парница, как говорится, напиши мне в комментариях. Построим парник, в котором будем выращивать еду. Так, ну что, приступим. Давайте, наверное, сначала зашьем все в металл. Так, где наш сварочный аппарат? Сварочный аппарат. Вот газовая горелка. Зашьем все в металл. И будем потихонечку расстраиваться. Делать все не спеша и продуманно. Не стал зашивать сразу же. Решил все это сделать на видосик. Так, а здесь я полы ставил. По-моему, здесь ставил, да, полы? Да. Ставил. Отлично. Так, потолок у нас тоже будет все наглухо закрытый. Я сверху хочу поставить солнечные панели, плюс еще ветряки. Потому что энергию здесь жрет очень много. Так. Не знаю, сколько получится повыживать на Марсе. Я-то, в принципе, начал на Луне, но, к сожалению, у меня что-то сохранение лунное пошло по одному месту. И я психанул. И решил переключиться на Марс. Так, давайте закрываем потолок. Полностью наглухо. Нам, в принципе, здесь он не нужен будет. Наверное, где мы будем с вами выращивать наши овощи, я сделаю стеклянный потолок. Чтобы солнышко попадало хоть иногда. А здесь, в принципе, нам это и не надо. Так, ага, металл закончился, да? Но, по-моему, у нас металл еще с вами есть. Я делал. Так, лишь железо. Да, есть. Сверху, наверное, здесь установлю я специально батарею. В батарею эту лестницу поставил. Где-то здесь установлю батарею. Давайте закроем. Тут с этой стороны у нас будут солнечные панели. Не знаю, будет ли их много. И нужно ли мне столько их много. И ветряки. Чтобы ночью ветряки работали и заряжали наш аккумулятор.
А ночью солнечные, такие днем солнечные батареи. Я вот я думаю, делать ли отдельно электрику, ну то есть по таким зданиям здесь, сделать рядом, поставить еще, или все соединять одним проводом. Вот это я вот сижу, еще думаю, еще не решил. Нужно ли все вместе его так. Ага, тут стенки нету. Стенки, стенки, стенки. Если у нас тут стеночка. Железная стена, 3 штуки, да, есть, отлично. Так, становись. О, шикарно. Так, закрыть, закрыть, закрыть. Надеюсь, мне металла хватит. Можно было, конечно, постепенно, не спеша, все это делать, развитие. Но я решил, что лучше сразу сделаю кислород. Сразу буду добывать воду. Потому что... Так, что это такое? Не понял. Очень интересно. Я, наверное, как-то неправильно стенку поставил, да? Да. Но... Ну да, неправильно стеночку поставил. Ладно, сейчас исправим. Сейчас положим наши стеночки. Возьмем болгарочку и поснимаем это все. Так, два. Здесь нам понадобится ломик, по-моему, если я не ошибаюсь, чтобы снять это все. Да. Так, возвращаем на болгарку. Вроде правильно. Вроде правильно. Так, отлично. Давай, поворачивайся. Вот так, вот так. И вот так. Все, вроде теперь... Да, вроде теперь правильно. Почему я решил делать отдельно такие вот маленькие станции, так их назовем, комнатки для добычи, к примеру, кислорода, выращивания еды и так далее. Из-за того, что здесь будет подниматься температура, а нам понадобится, если, конечно, я не ошибаюсь, около 20 градусов, чтобы комфортно выращивать там картоху, пшеницу и тому подобное. Да, по поводу маяка. Если вы будете стартовать на Луне, в принципе, маяк можете не прятать, там ветров нету. С ним ничего не случится. Если вы начнете стартовать на Марсе, где бушуют у ветра, так сказать, то лучше прячьте его сразу внутрь. Потому что унесет. Я свой один так уже протерял. Да. Так что давайте делать вот так. Можно, конечно, сделать такой стационарный. Не использовать батарею, а вы будете запитываться это электричество. Но на начальном этапе вам, в принципе, это не надо. Вам главное, чтобы не потеряться, когда вы будете ходить фармить. Не знаю, видно ли вам сейчас на экране хоть что-то, потому что ночь. Но освещения у нас еще с вами пока мест нету. Так, нормально, поставили. Главное, проверяйте, чтобы вы везде поставили окна и стеночки, потому что если где-то пропустите и будете с помощью оксида. Сейчас покажу его. С помощью вот этой вот штука, лед, оксид, делать себе здесь кислород, атмосферу и так далее, то оно может все уйти на улицу. Так что лучше перепроверяйте. Так, все, вроде здесь закрыли, здесь тоже закрыто, здесь закрыто, по-моему, да? Давайте перепроверим. Здесь пока мест можно закрыть. Нам, в принципе, не надо. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 10, 12, 40, 13, 14. Да, нормально. Так, все. Идемте, идемте, идемте дальше смотреть. Так, стекла нам пока мест не нужно. Что у нас здесь?
Измельчитель льда? Нет, пока измельчитель льда нам не нужен. Давайте, наверное, поставим здесь нашу электрику. Шлюз, чтобы открывался и закрывался. Так, перенесем пока кислород сюда. Будем в этот бак потом добывать его. Маячок тоже поставим куда-то вот сюда. И нам нужно будет открыть вот в этот. Вот этот вот шлюз. Здесь у нас лежит, по-моему, где-то... Где она тут лежит у нас? Так, кондиционер нет, не то. Да, вот она. Так, консоль понадобится, потом понадобится активная вентиляция. Давайте сразу сюда все сложим. Потом диск. Эта штука нам понадобится для чего? Чтобы делать сверху электричество. Понял, пока мне все не нужно. Потом управление шлюзом и датчик. Вот на начальном этапе, что нам нужно. Так, еще эта штука. Вентиль. И нужно сейчас будет взять с собой еще кое-что. По-моему, чтобы закончить двери, нам нужно, по-моему, пластик нам нужен, да? Стекло. И вроде все. Так, еще и трубы. Так. Дай сюда. Все, пока закрываем. Так, надеюсь, сейчас не будет здесь у нас с вами бурем. Давайте поставим наш аккумулятор, наверное, на зарядку. Чтобы он полностью заряжался. Ага, понял, низкий заряд, хорошо. Давайте так. Если у нас тут топливо. Нет, топлива нет, ладно. Тогда пусть от солнечной энергии заряжается. Так, давайте приступим. Здесь мы ставим консоль с вами где-то вот так. Дальше, что у нас идет? Газовый датчик. Газовый датчик, наверное, вот сюда поставим. Так, дальше. Активная вентиляция. Вентиляцию, наверное, тоже давайте на низ ее. Разместим сразу сюда. Ставим трубу. Так, в эту сторону, да. Дальше, где-то вентиль. Чтобы нам было видно, вентиль открываем. И можно, в принципе, зашить стеночку будет потом. Так, стекло нет, не то. Управление шлюзом. Сразу сюда вставляем наш диск настройки, чтобы не забыть. Берем стекло, закрываем. Все, останется провести здесь проводку. Подключить это все и сделать наш шлюз. Так, дай сюда. Да. Так, раз, два. Берем ломик. Берем стекло. Делаем наш шлюз. Так же самое ломиком пока мы открываем. Так, останавливаем. Все, отлично работает. Подключим энергию, потом у нас будет все работать автоматически. Пока мне придется закрывать все ломиком, когда будет, к примеру, там буря, ураган. Так, выключить. Нет, не то выключил. Нам нужно выключить свет, пока мне не садить фонарик. Но, наверное, вы ничего не увидите, да? Если у меня будет без фонарика. Тогда ладно. Тогда пусть будет все со светом. Так, давайте дальше смотреть, что у нас тут интересного есть, что мы будем дальше с вами делать. Так, наверное, измельчитель льда возьмем сразу же. Он нам понадобится, чтобы мы смогли с вами делать и воду добывать сразу, и добывать, получается, кислород. Но нам, по-моему, понадобится пока мне сейчас только одна штука. Не знаю.
Вроде бы из одного измельчителя льда можно добывать и то, и то. Так, газовый баллон. Да, давайте возьмем. Так, что я еще забыл? Что я еще забыл? Трубы, трубы, трубы. Мебель, фильтр. Углекислый газ. Так, пустой? Да, пустой. Пока весь пусть тут побудет. Так, идемте смотреть. Что мы будем с вами делать? Я хочу, наверное, вывести наш измельчитель, да, чтобы мы могли заправлять его с улицы. Можно ли так сделать? Наверное, куда-то вот сюда можно будет его поставить. Вывести сверху будет у нас газы выходить. Не у нас с вами, конечно, а у нашего, получается, ледоизмельчителя. Хотя, блин, это надо будет еще и проводку проводить. Должно выводить проводку. Ладно, тогда давайте, наверное, поставим тебя куда-то. Блин, я даже не знаю куда. Даже не знаю куда. Потому что нужно будет установить еще вот такие вот штуки. Так, подвинься, пожалуйста. Еще такие вот штуки надо будет установить. А здесь мы будем добывать с вами газ. Наш кислород будем добывать. Так что надо куда-то посерединке будет. Угу. Да, давайте, наверное, поставим сюда. Сейчас поменяем батарейку. Сейчас поменяем батареечку. Так, батарейка, батарейка. Где ты? Вот ты. На 79% хорошо. А у тебя на сколько здесь процентов заряжено? На сотку. Давайте, наверное, поменяем сюда. Сделаем вот так. Так, еще нам понадобится с вами проводка. По-моему, железо и пластик, если не ошибаюсь, чтобы собрать наш ледогенератор. Ледоизмельчитель. Так. Перенос жидкости. Контейнер, да. Давайте, наверное, сделаем так. Сейчас посмотрим. Поустанавливаем, чтобы и мне было комфортно. И много места это все не занимало. Так, это будет для жидкости. Для жидкости, наверное, куда-то вот сюда. На краняк потом передвинем. Где наш леда? А я его оставил там, да? Ага, да, я его там оставил. Ну ладно, сходим обратно. Ну вот идем. Так, давайте дальше смотреть. Наверное, куда-то тебя. Конечно, желательно бы вот сюда поставить, чтобы трубы сразу вывести вот в эту сторону, чтобы не вводить много, но я хочу, чтобы было все красиво. И, наверное, мы. Давайте сделаем так, а потом зашьем эту часть в металл. Наверное, уберем окна, чтобы эти трубы не торчали. И здесь поставим стеночку, я думаю, какую-то. Закроем это все. Так, давайте бочку. Берем бочку, подносим вот сюда. Так, аккуратно. На кьюшечку ставим. Берем разводной ключик. И соединяем. Отлично. Все. Здесь у нас будет вода. Здесь у нас будет наш кислород. Хотя, наверное, давайте мы сейчас камесь. Есть такая возможность. У нас есть с вами еще кислород. Пополним запас. Пополним запас сейчас баллона. А потом уже будем использовать тот, что мы с вами будем добывать. Так, дай сюда. Сколько мы пополнили? На 4, да? Да, на 4000 нам хватит за головой. Так, давай, иди-ка ты сюда. И с помощью ключика мы тебя подсоединяем. Так, отлично. Наверное, мы перекрасим сейчас с вами наш баллончик, либо наш держатель, чтобы было все эстетично. Так, давай.
Ага, не то снял. Хорошо. Так, вставь обратно, а ты открывайся. Во. Где у нас белый баллон краски? И вот иди. Вот иди, вот иди, вот иди. Давай, наверное, мы тебя... Во! Красиво? Красиво. Оставим его здесь. Так, давайте смотреть. Нам нужно будет вывести отсюда в эту сторону трубы. Плюс проводку по потолку нужно будет провести и повесить здесь лампы. Так, чтобы собрать наш ледогенератор, по-моему, нужен лист пластика, да? Не? Ошибаюсь. А, так что нужно? Лишь железо. Лишь железо. Все, отлично. Дальше нужно моток кабеля. Кабель у нас с вами есть. Так, опа, соединили. Все, отлично. Здесь мы потом проложим проводку. Здесь мы проложим проводку. Давайте, наверное, сделаем так. Разметим это все. Так, в эту сторону. Давай. И в эту сторону. Все, отлично. Теперь нужно будет вывести трубы. Так, если не ошибаюсь, верхние это у нас идут газ. Верхний газ идет у нас. Так, вот это вот будет выводить нам газ в эту сторону. А вода, по идее, должна будет идти вот отсюда. Почему по идее? Потому что я не уверен, что оно сработает. Так, оно. Хотя, по идее, должно. Так, ладно. Давайте выйдем на улицу. Может, так получится его прицепить. Не, с этой стороны тоже не хочет. Ладно, возвращаемся. Мне не сложно. Так, давайте смотреть, как бы... И вот так бы пролез бы чуть-чуть бы. Ну, во, шикарно. Только в эту сторону, да? Нет, вот. Все, отлично. Здесь мы выведем под воду. Под воду мы выведем, чтобы сюда вода и шла, поступала. Тут мы выведем под газы. Только нужно перед этим... Сейчас. Так, газовый резервуар. Ага, у меня еще желтый, да, я делал? Я еще желтый делал, такой же самый баллон. Посмотрим, может, два поставим. Чтобы у нас было много кислорода. Так. Нам нужен сразу куда-то... Блин... Эти провода вообще не дружат с трубами. Как бы его так поставить? Мне нужно, чтобы давление загонялось вот сюда. Это значит, мне нужно, чтобы труба и шла отсюда, заходила вот сюда. Давайте посмотрим, получится ли у нас это сделать. Что из этого получится? Я понимаю, что тут нагромоздил. Из-за этого я хочу закрыть потом здесь стеночкой все. Чтобы этого всего видно не было. Так, сюда трубы пойдут. Вроде идут. Но не факт, что нам этого хватит всего. Придется, наверное, делать еще трубы. Надеюсь, у меня хватит материалов для труб. Все, здесь получается, мы выставляем с вами... А нет, я неправильно подключил. Говорится, не смотрите, я неправильно подключил. Нам нужно будет переделать это все. Да, я неправильно это все сделал. Я только что вспомнил. Сейчас нужно будет взять одну штуку.
Кирица, не ругайте меня, я неправильно все сделал. Так, где оно? Нам нужен будет держатель. Держатель, держатель. А держатель я, по-моему, и не сделал. Для газов. Так, где ты находишься? Где ты находишься у нас? Скажи, что тут ты находишься. Нет, ты не тут находишься. А, да, все металлы находятся у меня в этой стороне. Так, давайте смотреть. Мне нужен будет вот набор, стойка для баллона. Что нам для него нужно? Железо. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. И нужно будет сейчас наделать еще, наверное, труп. Блин, как я так просмотрел это все и не сделал заранее. Так, все отлично. Сейчас, секундочку. Секунду, секундочку. Давайте смотреть по поводу труб. Что нам для труб нужно? Что нам нужно для труб? Ага. Отлично, нам хватит. Давайте, наверное, еще штучек 10 наделаем. В дальнейшем они нам все равно, я думаю, пригодятся. Если не хватит, сходим еще доделаем. Так, 9 и 10. Все, отлично. Возвращаемся. Возвращаемся и давайте все переделывать. Я немножечко, немножечко не так все сделал. Так, берем гаечный ключ. Здесь, в принципе, я... Ой, правильно пошел, но не туда. Так, железо. Ставим так. Сейчас, секунду. Зашьем это все, меняем обратно. Так, здесь эту штуку нам тоже нужно раскрутить. Здесь нужно будет сделать переходник. Так, дай сюда, дай сюда. О, отлично. Так, возвращаем трубы. Здесь нужно будет сделать вот такую вот штуку. Здесь у нас газ будет поступать вот сюда. Так, ну. Все, вроде так. Здесь, получается, мы ставим вот эту вот. Нам нужно, чтобы в эту сторону и шло. Тогда энергию... Блин, электричество придется провода проводить вот так. Не, в любом случае мы эту комнатку запрячем. Не хочу, чтобы она у нас тут. Вертел мешала крыться и портила нам весь вид. Так, ну, ты подключиться не хочешь? Понятно, это сейчас мы будем еще долго крутить тебя, да? Потому что ты не хочешь становиться правильно. Ну, повернись. Хорошо, ладно. Тогда останавливаем тебя сюда. А тебя вот сюда. Да, все, вставляем газовый баллон. И по идее теперь все правильно. Здесь выставляем, сколько мы... Давайте, наверное, на четверочку поставим. Это сколько наш баллон будет заправляться кислорода. Сейчас у нас на данный момент сколько у нас? 3918. Вот, к примеру, 4000. 4000 нам в баллоны будет поступать. Так, включаем. Теперь нужно будет проложить проводку. Нужно будет проложить проводку и сделать все то же самое здесь, только в другую сторону для воды. Не знаю, в какой серии мы...
Опробуем это все, потому что мне нужно еще будет подключить. Нужно будет еще подключить электричество. Так, давай смотреть, как тебя так вывести, чтобы ты никому тут не мешал. Через улицу пойдем. Наверное, пойдем через улицу. Так. Давайте посмотрим. Угу. Не в ту сторону закрутил. Ничего страшного, уберем. Так. Я пока не использую обычные кабели. Наверное, когда мы будем с вами перебираться в здание побольше, здесь будет такой перевалочный пункт. Начальный, изначально, чтобы у нас было хотя бы самое необходимое: вода, еда и кислород. Все, правильно, подключили. А потом мы это все перенесем и сделаем все силовыми кабелями. Так, пока мест нам это не нужно, можно будет закрыть. Потому что здесь ураганы наступают, как говорится, очень быстро и незаметно. Так. Давай проводим сюда, проводим сюда. Заводим в эту сторону. Здесь мы убираем. Не знаю, буду ли тут еще что-то ставить. По идее, наверное, нет. Так что делаем все красивым. Здесь проводим вот. Вот сюда, чтобы вывести. И нужно будет повторить все то же самое, только для воды. Так, дай-ка мне баллон с краской. Давай, наверное, мы тебя... А что, я баллон не могу покрасить? А, обычный баллон, не? Почему? Почему я тебя не могу покрасить? Могу. Все, отлично. Чтобы мы не путались, чтобы у нас с вами было понятно, что в белом баллоне у нас кислород, а в синем у нас с вами будет водичка. Так, все. Шикарно, отлично. Да. Прячем баллон. Давайте, наверное, с вами посмотрим, поменяем батарею. Зарядилась ли тут? Нет, еще не зарядилась. Хорошо, ладно. Давайте строить. Строить, строить, строить. Так, здесь выключить. Здесь пока выключить. Не знаю. Наверное, давайте мы пока спрячем его все сюда. Уносит ли ураганом это все, я без понятия. Проверять не хочется, потому что фармил я очень долго и нудно. Да, это не так, как в обычной игре, что ты, к примеру, там заходил какую-то постройку построить и делаешь это. А здесь нет. Здесь нужно ходить фармить, фармить, фармить. И еще раз фармить. Так что, держу в курсе. Так, берем здесь. Берем эту штуку. Что она у нас? Разливочная машина. Да, разливочная машина нам тоже понадобится. Так, батарейка нет, трансформатор тоже нет, это нам понадобится для разлива жидкости. Я не знаю, нужно ли нам или не нужно, чтобы давление шло. Хотя, по идее, не нужно. Потом вы поймете, о чем я говорю. Так, 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 мебель, мебель, мебель. Вроде, вроде все. Давайте, наверное, эту вот штуку тоже мы поставим. Так, перепрыгнуть. Давайте смотреть. Здесь мы будем с вами добывать воду для наших растений. Не знаю, может, на полу тебя все соединить. Так как у нас здесь все будет закрыто, можно, в принципе, тебя и на пол, да, положить. Так как ты не будешь у нас путаться сильно под ногами. Так. Угу. И надо будет все равно проводку проводить.
Если мы сделаем вот так, тогда придется трубу выводить, получается, отсюда в эту сторону. А, давайте попробуем. Давайте попробуем. Кажется, давайте попробуем. Нужно будет потом трубу провести будет вот в эту сторону. Так, сразу делаем вот так. Здесь мы сделаем переходничок. Да, наверное, как-то вот так. Если некрасиво, то извиняйте, мне главное сейчас это все сделать, чтобы тогда у нас все было. А потом уже заниматься эстетикой. Так, мне нужен. Где эта штука? Где ты находишься? Нет, не то. Измеритель, да, нет. Мебель. Для разлива обычной питьевой воды. Я, по-моему, да, не сделал. Как обычно. Где она находится? Она находится у нас не... Нет, не здесь. Здесь пока выключим. Да, я не советую ходить вам так с батареей включенной, но со светом на шлеме, потому что батарейка садится очень быстро. Но без этого вы ничего не увидите, если так. Где ты, машинка? Машинка. Разливочная наша. Вот. Что нужно? Медь и кремний. У нас, по-моему, есть, да, с вами медь и кремний? Так, кремний, вот иди. Кремний, а вот и медяха. Да, отлично. Низкий заряд батареи. Да, я это знаю. Рица, я знаю, я в курсе, но ничего сделать пока вместе не могу. Пока мисс батарея здесь не зарядилась. Ладно, давайте, наверное, сделаем так. Попробуем на остатки солнечной энергии дозаряжать. Просто если у меня закончится батарейка, то я замерзну. Так, разливочная машинка для обычной воды. Наверное, тоже подключим ее куда-то вот сюда. В эту сторону. Да? Да. Не забудь включить. Нужно будет провести сейчас трубу в эту сторону. В эту. Вот сюда. Ага, и одной штучки не хватило. Ладно, используем. Используем желтую. Думаю, в принципе, это не смертельно. Или давайте сделаем одну штуку. Я думаю, можем себе позволить. Не зря ли же я фармил это все. Так, вот. А, сталь. Сталь. Так, для того, чтобы, к примеру, создать сталь и припой, и еще какие-то здесь есть сплавы, вам понадобится вот такая вот печка. Как ей пользоваться, я потом как-то покажу. Ну, то есть вы не можете ее раскочегарить, к примеру, до там 300-1500 градусов и делать все, что вам нужно. Для стали нужно кочегарить ее прямо аж вот до красной линии. Там, не знаю, 1500-2000. А чтобы сделать припой, да, там, по-моему, он так называется, вам нужно будет 550 градусов. Так что это все, а почему-то не синее. Что такое? Что случилось? Ну и ничего страшного. Не синее. Так, давайте посмотрим. Нам нужно провести сейчас будет проводку. Потом проводку вывести вот сюда, потому что основная сеть у нас будет здесь стоять. Так, давайте проводку устанавливать. Ага, я еще одну, да, разливочную машину сделал, правильно понимаю? У нас их теперь две. Да, но
Ничего страшного, будет две. Будем сразу наполнять много баночек. Но подключать я пока мест не буду. Пусть будет на всякий, кажется, пожарный случай. Так. Я что-то просмотрел. Кажется, я просмотрел, а вы мне и не сказали, что оно у меня есть. Так, давайте подключать проводку. Давайте подключать проводку. И вот сюда тоже нужно будет подключить проводку. Все, в принципе, здесь мы сможем добывать воду, здесь мы сможем добывать кислород. Как бы это все проверить бы? Как бы это все проверить? Просто не хочется отсюда тянуть кабель. Вот сюда. Работает ли это все или не работает? У меня даже, по-моему, где-то есть пустые баночки, которые мы сможем с вами наполнить водичкой. Так, ой, такие извиняюсь. Так, где наши пустые баночки с водичкой? Вот ноль. Тут сколько? Тоже ноль. Во. Мне просто осталась одна банка с водой. И мне нужно это все делать очень, очень срочно. Так, вставить сюда и ставить пустую сюда. Что по поводу еды? В принципе, еды вам на первом этапе, если вы начнете играть, три банки вот этих вот томатного супа, которые у вас есть, вам хватит по за глаза. У меня персонаж больше хочет пить, чем есть. Все, отлично. Ага. Отлично, отлично, отлично. Наш свет потухнет. Сейчас погаснет у меня свет. Так, хотя бы на 50%. Думаю, до утра нам должно это хватить. Так, что я хотел еще? Что я хотел? Что я хотел? Да, низкий заряд, низкий заряд. Так, ставили, ставили, ставили. Давайте займемся тогда здесь. Проложим проводку. Нужно потом будет, наверное, как-то вывести ее через потолок. Вот эту вот сторону. Сверху установить солнечную панель. И посмотреть, работает ли у нас это все или нет. Так, делаем раз. Делаем два. Соединяем. Угу. Нам нужны кусочки. Так, ну, алло. О, отлично. Здесь мы тоже соединяем, чтобы у нас все с вами работало. С этой стороны тоже. Так. Вот так, отлично. Давайте, наверное, теперь проведем как-то вот так. Вот так. Вот так и в эту сторону. Сможем ли же сделать, да? Чтобы было все красиво. Да, вроде все красиво. Так, я не знаю, не уверен, нужно ли здесь соединять. Но давайте на всякий пожарный случай здесь соединим. Да, чтобы вы понимали, это как бы не гайд по прохождению. А я сам учусь играть в эту игру и познавать, как говорится, дзен. Так, давай, наверное, в эту сторону мы не можем, да, провести. Окей. Это уже плохо. Это уже плохо. Ну ладно. Но почему ты не хочешь? Почему ты не хочешь? У меня ж вроде кусачки в руке. Алло, игра. В чем причина? В чем причина, почему ты не хочешь? Ой, ну и ладно, не хочешь, и ладно. Я ж не могу тебя заставить, правильно?
Ну да, придется вести кабель, значит, вот так сюда. Вести его так сюда. И выводить его вот так наверх. Надеюсь, я правильно все веду. Да, по-моему, правильно. Так, есть ли у нас еще кабеля? Чтобы это все подключить. Так, еще мне нужно будет с вами сейчас сделать одну батареечку. Так. Не знаю, хватит ли мне компонентов на это все. Мне нужно будет еще одну батарейку сделать. Так, подключить, подключить, закинуть, закинуть. Наверное, в следующей серии. Сейчас мы здесь закончим. Я посмотрю, правильно я все подключил или нет. Сможем ли мы добывать воду и кислород. И, наверное, в следующей серии уже я пофармлю. Пофармлю, опять же, наших драгоценных металлов, которые нам тут нужны. Сделаю сплавы. И займемся строительством. Строительством нашей теплички. Так, высокоемкий аккумулятор. Золото. 5 штучек, ага, золото. Зюэта, зюэта, а зюэта у нас и нету, да? По-моему, зюэта у нас с вами и нету, да. Но и ладно, но и ладно. Нету зюэта, так и нету. Так что это? Талат, ага. Измельчитель, да. Вот, моток кабеля есть. Солнечная. Да, есть. Эти бочонки, трубы нам еще пригодятся. В принципе, пусть будут. Говорится, ничего страшного, что мы с вами их наделали. Пусть лучше будут, чем не будут. Так, мне теперь нужно будет сходить вот сюда. Вот сюда. Открыть дверку. Так, сейчас, секунду. Сяду поудобнее. Вот. Открыть дверку и взять кое-что здесь. Так, где ты тут находишься? Так, электрогенератор нет, кондиционер тоже нет. Где ты? Вот ты. Вот ты, вот ты. Так, дай сюда. Мы проводку. Проводку мы не видим. Проводку мы не видим. Хорошо. Так, что наш тип сильно тяжело дышит. Это что-то сильно тяжело ты дышишь. Все, отлично. Так, здесь мы тебя устанавливаем, наверное, куда-то. Просто здесь у меня будет стоять аккумулятор. Да, здесь же, правильно? Да, здесь будет у меня стоять аккумулятор. Значит, тебя мы проведем куда-то. Куда-то вот сюда, наверное. Наверное. Так, давай ломиком мы тебя открываем. Не забыть включить. Нужно будет сюда сейчас ставить батарею. Батарею и посмотреть, работает ли наш людогенератор. Где мы можем взять батарею? А батарею можем взять только вот тут, вот эту вот. Так, давайте, наверное, мы сделаем вот так. Так, 25, 32. 32 заберем. Так, пока если мы тебя заберем, я потом тебя обратно верну. Не переживай. Мне нужно кое-что просто проверить. Так, давай провод выведем пока мисс. Вот сюда. Открываем. Вставляем нашу батарейку. Подключаем наш кабель. Потом это все будет переделываться с другими кабелями. Но пока мисс на данный момент как-то вот так. Все, по идее, теперь у нас да, работает. Так, включаем шлюз, смотрим, подключаем сначала
активная вентиляция, потом стеклянная дверь, вот это, потом газовый датчик и стеклянная дверь, вот это. И смотрим, когда у вас тут будет кислород, она будет заполняться. Она будет работать все автоматически. Ну, когда она у вас дойдет до 99-100 килопаскаль. А тут пока мы здесь вручную все будем открывать. Так, проверяем. Да, все равно работает, отлично. Все, сейчас как раз проверим с вами, сможем ли мы добывать с вами кислород и воду. Так, смотрим. Здесь пока мы есть по нулям, да? Да, по нулям. Так, здесь мы выключили. Смотрим, сколько у нас в баллоне с вами есть водички, чтобы понимать. По нулям, да? По нулям здесь. И здесь по нулям. Все, отлично. Так, а здесь кислорода у нас очень мало на черненькой точечке. Все, включаем. Берем с вами оксид и... Ага, и у нас закончилось электричество, да? Или что? Или что? Ага, нет, я не подключил просто. Я проводку не провел. Понял, понял, понял. Давайте, наверное, мы с вами сейчас выключим, наверное. Тут батарею. Потому что если она полностью сядет, у нас будут с вами проблемки. Так, давайте, наверное, сделаем вот так. Вернем ее обратно. Пусть она немножко подзарядится. Возьмем с собой вот эту вот зелененькую. Вернемся, проложим сюда проводку. Снимем сначала здесь стекло. Так, где ты? Вот так. Все равно пока мисс атмосферы у нас нету. Снимем стекло. Заберем оксид, чтобы он не растаял. Положим его сюда. Так, все, закрыть. Закрыть, закрыть. Так, давайте проведем проводку до конца. Так, где ты? Где ты, где ты, где ты? Вот ты где. Все, шикарно. Так, стекло сюда. Проводку вот сюда. Давайте ввести. Я думаю, что такое, что не работает. Мы с вами не подключились. С вами не подключились. Так, как бы его тут бы так бы. Хорошо. Отлично. Не отлично, мне не нравится, но ладно, пусть будет. Я не знаю, почему я не могу подвести его прямо аж под самый край. Так, ага, провода у меня закончились, да? Интересно, есть ли у меня еще здесь провода? Проводов нету. Что нам нужно? Нам, по-моему, нужна медь. Так, где у нас провода делаются? Так, только не говори, что не здесь, да, не здесь. Ладно, открываем и берем. Берем медяху. Так, медяху сюда включить. Где наши провода? Вот. А что не так? Я же мед не взял. Вроде взял. Так, выключить, выключить, выключить. Так, пока мисс я выключу свет, чтобы не садить батарейку, потому что ее мало осталось. Без записи-то я бегаю без света включенного, мне в принципе и так видно. Это чтобы вам просто было комфортней это все видеть. Так, давай мне провода сюда. Не знаю, много ли мне, немного надо. Главное сейчас не застрять. Так, 6.
7. Давайте посмотрим, хватит ли нам этого. Либо не хватит. Нет, наверное, не хватит. Нужно будет еще доделать сейчас пойти. Ну, давай. Да, нужно будет еще сейчас идти доделывать. Не хватило буквально... Сколько? Две штучки. Буквально два провода не хватило. Так, давай раз и два. И давайте смотреть. Справились мы с вами, либо не справились. Так, раз и... Все, шикарно. Пошло. По идее, да. По идее, пошло. Только мне нужно еще будет сейчас подключить батарейку. Чтобы подключить батарейку, мне нужно будет сейчас понять. 16%, блин, мало. Мало всего. Если у нас тут где-то уголь с вами. Если у нас где-то с вами здесь уголь. Чтобы я мог спокойно подзарядить. Аккумулятор по-быстрому. Да, есть, но маловастенько. Вон еще есть. Сейчас я добуду немного угля. Не хочется здесь копать сильно много, чтобы не разрывать ямы. Чтобы у нас было все красиво. Я начинаю вон вот ту гору. Вот такими вот методом немножечко, как говорится, делать ее меньше, добывать ресурсы. Она была примерно вот такая вот, мне пришлось ее раскапывать. Ну ладно. Так, что я хотел? Уголь, да, уголь. Ложим сюда, включаем. Все, зарядка пошла. Да, зарядка пошла, я думаю, должна зарядиться. Так, ставим сюда аккумулятор. Ставим сюда аккумулятор, ставим сюда батарейку. Здесь выключаем. В принципе, я думаю, нам хватит. В принципе, я думаю, нам этого хватит, чтобы проверить. Так что давайте смотреть. Давайте смотреть. А потом я сделаю это все красиво и немножечко... перенесу это все. Так, включить свет, положить и смотрим, будет ли оно заполняться водой, потому что нижняя это вода, верхняя это газы. Так, было на черном, стало на желтом, да? А ну. Поднимается ли оно? Да, есть. Кислород добывается. Это хорошо. Сами видите, да? Где сейчас полосочка? Давайте еще раз проверим. Все. В принципе, с кислородом мы разобрались. Отлично пошло. Кислород у нас с вами теперь будет. А вот по поводу воды. Все еще по нулям. Угу. Значит, а если обычный лед, кремниевая руда. Ладно, пусть заполняется кислородом. Давайте попробуем взять обычный лед. Вот он у нас тут лежит недалеко. Добудем немножечко. Так, раз. Так, это кремний, это кремний. Это кремний, это кремний. Так, выключить. По-моему, это вот тоже, да, лед? Сейчас проверим, нужно ли делать отдельно тогда будет. Нет. Или что это? Это кремний, мне нужен лед. Просто я думал, что будет вода поступать, а она что-то не хочет.
Либо я что-то неправильно сделал, либо я недопонял, как это все работает. Ну, сейчас попробуем с обычным льдом. Так, 23. И давайте еще немножко тут добудем. В принципе, у нас здесь ресурсов-то за по глаза. Их просто нужно добывать. Очень долго и нудно. А так у нас всего хватает. Так, все. Думаю, этого для того, чтобы посмотреть, хватит с головой. Так, закрыть. Заходим. А у нас аккумулятор сел, да? Да, у нас сверху аккумулятор сел. Батарейка. Так, дай батареечку сюда. Я хочу проверить все-таки. Так, поступает. Так, кислорода теперь у нас очень много. А воды у нас так и нету. Ладно, давайте попробуем обычный лед положить сюда. Будет ли поступать сюда? Или не будет? Или отсюда мне нужно будет вывести трубу, чтобы... Так, по нулям. А здесь по нулям. Ага. Опять, да? Все, все. Кина не буду. Электричество кончилось, да, электричество село. Это печалька, это печалька. Это мне сейчас нужно будет искать уголь. Это мне сейчас нужно будет искать уголь. Так, сколько у тебя? 21%. Хорошо, допустим. Чтоб точно уже проверить. Думаю, 20% должно хватить. Все? Закончилось. Так, а здесь включено? Да. Ну хотя бы капельку, ну хотя бы чуть-чуть водички мне можно. Просто у меня есть еще один ледогенератор, как бы я могу через него обычную воду сразу напрямую сюда в баллоны. Я просто не могу понять, почему сюда не поступает жидкость. Что с тобой не так? Вот это вот интересно. Вот это вот. Это интересно бомбануло. Так, а я вообще хоть что-то вижу? Я устаю, нет? Ребята, у нас бомбануло. Это, как говорится, это интересно. Так, ладно, наверное, на этом... В принципе, на этой позитивной ноте мы и закончим нашу серию. Я переделаю тогда немножко по-другому, наверное, это все. Я не знаю, почему оно взорвалось. А, возможно, из-за того, что чересчур много поступало кислорода в баллон, из-за этого оно бомбануло. Так что нужно будет с этим как бы поаккуратнее. Так что ладно, если кому-то, кажется, зашел видосик, не забудь подписаться и поставить лайкосик. А мы уже продолжим в следующей серии. Я как раз нафармлю ресурсы и поставим, сделаем теплицу. Так что все. Всем, как говорится, мур-мур и пока-пока, ребят. Да, кстати, вот что бывает, когда твои руки крюки. Как говорится, бомбануло так бомбануло. Так что, ребят, да, это газовый баллон взорвался из-за того, что сильно много кислорода в нем было. Если будете строить, то стройте все с умом. Да, решил просто вам показать. А вот, как говорится, и наш марсианин. Здорово, Арч, как оно? Отдыхаешь, да? Понял. I believe I can fly. Так, ладно, ребят, все. Пойду я отнесу Арчи, положу баесечки. Где-то тут недалеко. И продолжу добывать ресурсы и заново отстраивать нашу базу. А вам всем пока-пока. Да, Арчи, давай скажи пока-пока. Все.
Мур-мур.